Давно хотел себе много вен в Project Slayers? Тогда тебе к этому продавцу. Просто сравните его цены и цены других продавцов. А главное, что все чисто и безопасно, и обмануть вас не смогут, потому что он продает на площадке FunPay. Ссылка на дешевый вен в описании. Hello, друзья, как с вами, дорогие? Сегодня мы продолжаем играть в Project Slayers в Роблоксе. И в этом ролике я покажу вам, как автофармить в этой игре. И да, ребят, вам не послышалось, сегодня я покажу именно АФК фарм в этой игре. В общем, не буду томить, давайте начинать. И смотрите, нажимаем на карту, и первое, что нам нужно сделать, это купить удочку. Мы нажимаем на Ушимару Виллэдж, и теперь туда телепортируемся. Готово, мы в Ушимару Виллэдж, и теперь подходим к вот этому парню и покупаем у него удочку. Что ж, после того, как вы купили удочку, смотрите, что вам нужно сделать. Вы убираете просто все, что у вас есть из инвентаря, вот нажимаете на ее русскую, и убираете все, что у вас есть. Короче, на первый слот вы ставите обычный кулак, и на второй слот вы ставите удочку. Сразу скажу, ребят, что нужно обязательно это сделать, потому что если вы это не сделаете, то это просто не будет работать. Теперь, ребят, вы переходите по ссылке, которую я оставлю в описании, на программу под названием AutoHotKey, после чего вы ее скачиваете. Также в описании я оставлю вот этот вот архив под названием Fishing. Нажимаем Download, Download и Zip, и скачивайте куда вам удобно. Готово, ребят, мы скачали на рабочий стол, теперь у нас есть Fishing Zip, мы нажимаем правой кнопкой мыши и жмем извлечь в Fishing. Теперь у нас должна появиться папочка под названием Fishing, вот она у нас есть. Короче, теперь мы заходим, ребят, заходим в Fishing, и смотрите, здесь есть такой Fish AHK. Короче, мы нажимаем открыть с помощью, выбрать другую программу, и теперь выбираем здесь AutoHotKey Unicode 64 bit. Нажимаем всегда использовать эту программу. Окей, все, ребят, готово. Все, вот мы пришли, и хотел сказать, что это обязательно нужно поставить именно вот в такой вот комбинации. Нужно поставить кулак и нужно поставить вот здесь вот Fishing Growth. Короче, ребят, смотрите, что делаете. Когда вы запустили эту программу, вам не нужно ничего выбирать, просто жмете F1, ребят. Все, мы нажали F1, и смотрите, что сейчас происходит. Я сейчас приближу. Короче, просто программа начинает за нас ловить. То есть она вот так вот закидывает удочку. Готово, рыба словилась. И теперь посмотрите, программа сама по себе просто кликает на все эти синие штучки. То есть теперь мы можем просто вот так вот оставить. Оно будет ловить рыбу, за нас кликать. Мы можем просто отойти от компьютера, пойти куда-нибудь там на улицу, пойти топить чаю. Короче, делать что хотите, ребят. И оно за вас просто будет закидывать, подбирать рыбу. В общем, ребят, на этом и весь способ с фарма. Если я вам помог, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Ну а с вами был Кэкстивинтер. И всем пока-пока. Пока.